Привет! С вами снова я, Вилана. Я Виктория. И вы на канале Вилана Тойс. За это время, как видите, у нас накопилось просто огромнейшее количество посылок. И сегодня в этом видео мы распакуем посылки от Империи Кукол. Империя Кукол. От магазина Империя Кукол к нам приехало целых две посылочки. Они лежат у нас уже, наверное, месяца 4, и наконец-то сегодня мы их покажем вам. Конечно, признаюсь честно, мы их уже открывали. Одним глазком посмотрели. Мы разрезали уже скотч, и поэтому сейчас откроем вместе с вами. Первую, самую маленькую. И в этой посылке у нас лежит базовая Розабелла Бьюти. Сестра Брайер Бьюти, дочь спящей красавицы. В этих посылочках будут куколки только из бренда Ever After High, потому что нам очень хотелось пополнить свою коллекцию этими куклами. Это еще не все. А что здесь еще? Еще лежит, смотри. А, кайзеровские подставки, да, точно. У нас еще есть кайзеровские подставки. Да. Огромное спасибо за вот этот подарок. Это просто огромная радость для любого коллекционера, потому что кайзеровские подставки – это одни из самых лучших подставок. На эти подставки подходит любая кукла формата 1,6. Раньше эти подставки можно было приобрести только на сайте eBay с Америки заказать. А теперь такие подставочки можно заказать на сайте Империя Кукол. Ну а теперь пришло время открыть самую большую посылку. Итак, здесь у нас лежит... Вау, сколько кукол в этой коробке. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь кукол. Первая куколка. Это у нас красавица Кристал. Из коллекции Epic Winter. Следующая кукла Фейбл Торрен. Самая первая улыбчивая девочка в Ever After High Фара Гудфейр. У нее такие хитренькие глазки, она так улыбается, она мне напоминает Ланику чем-то. Когда Ланика улыбается, у нее тоже такие глазки хитрющие. Мне она напоминает смайлику, ну, эмоджи. Ой, что это случилось с твоим фа? А что с ним могло случиться? Его нет. Я достаю следующую куколку. И это у нас Gingerbread House. Ой, боже мой, как она мне нравится. Это одна из долгожданных любимых кукол. Она и Розабелла Бьюти. Прям очень люблю этих персонажей. Поставлю их рядом. Поставь их, пожалуйста, рядом. Вот. Мне не все нравятся, но вот эти две особенно. Так. Моя очередь? Да. Мальчик. Алистер Вондерленд. Алистер Вондерленд – это сыночек Алисы. Я, честно говоря, так хотела, чтобы Маттел выпустили дочку Алисы, но они решили нас удивить и вместо дочери подарили нам парня. Алистер, ты будешь стоять здесь. Красавчик. Это у нас, по-моему, второй парень коллекции Ever After High, да? Первый был Хантер. Хантер и теперь... Алистер. Мне он очень нравится, базовый. В одном из наших видео я уже говорила, что мы собираем коллекцию Ever After High только базовых персонажей. Потому что наша коллекция, как вы видите, и так достаточно уже большая. И поэтому мы выбираем только лучших кукол, самых, может быть, редких. А вы все знаете, что базовые куклы всегда ценятся среди коллекционеров. Даже если вдруг когда-нибудь... Нам придет в голову такая идея распродать нашу коллекцию. Я думаю, что базовые куклы будут уходить в первую очередь. А мы будем продавать наших кукол? Я не знаю. Возможно, когда-нибудь будет такой момент, когда нам придется или мы захотим продать каких-то определенных кукол, но я точно уверена на 100% в том, что всю свою коллекцию мы никогда не продадим. Ну да. Моя очередь доставать. Это Банни Блан. Я ее ждала больше всех. Это моя любимица. Это малышка, она низенького ростика, да? Потому что это уже традиция у Маттел выпускать эволяшек из сказки «Алиса в стране чудес» с маленьким ростом. Это вот, это мое любимое ОТП. Алистер Вондерленд и Банни Бланк. Они парочка? Да. Следующая куколка. О, вот эту девочку я тоже очень люблю. Дарлинг Чарлинг. Она такая... грациозная, мне кажется, вот действительно величественная.
Сразу видно, что это дочь короля. А еще в мультфильме она представлена более мужественно, чем ее брат. Он лично такой: зеркало, зеркало. Ой, извини, я отвлекся. А о чем ты говорила? Обо мне же, да? В одном из наших видео мы показывали, что приобрели такую же Darling только из коллекции Dragon Games, потому что мы долго не могли решиться, какую все-таки взять. Мы же коллекционируем все-таки базовых, и мы все-таки решили купить Dragon Games. Но благодаря магазину Империя кукол у нас теперь появилась и базовая. Спасибо большое. Я думаю, что этого персонажа мы с тобой откроем в одном видео. Будем сравнивать эти две коллекции. Так что, Darling, тебе посвящено будет отдельное видео. И, как вы видите, у нас осталась последняя коробочка в этой посылке. И это сет Розабеллы Бьюти и Дэринга Чарминга. Это будет третий мальчик Ever After High в нашей коллекции. На самом деле, он мне вообще не очень нравится как кукла, так и персонаж, потому что Маттел решил сделать ему пластиковые волосы. Да, это единственная кукла в коллекции Ever After High, у которой пластиковые волосы. Но я думаю, что это тоже неплохо смотрится, и даже со временем эта прическа никогда не потеряет форму. Кстати, этот сет уже ребутный, так как здесь у нас улыбчивые молды. Мы видим, что это единственный и первый мальчик с улыбочкой. И также появилась улыбка у нашей Розабеллы. Заодно мы потом в видео сравним Розабелл базовую и Epic Winter. Они совсем разные, у них даже разный цвет волос, да? В этой коллекции преобладают красные пряди, а в этой коричневые. Мы откроем вам секрет, что у нас собралась полная коллекция базовых персонажей Ever After High. Всю свою коллекцию мы вам покажем в одном из следующих видео, в каком, я не знаю, когда оно будет, мы тоже не знаем, но мы покажем всех кукол. Еще раз хотим поблагодарить Империю кукол за то, что осуществили нашу мечту, и теперь у нас есть полная коллекция базовых эверяшек. Магазин Империя кукол – это единственный магазин, в котором вы можете найти любую куклу Monster High, Ever After High и многие другие бренды. Ссылку на этот магазин мы оставим в описании под видео. Обязательно загляните, и вы увидите не только кукол компании Mattel, но также сейчас там появились коллекционные куклы Кулип компании Groove. Мы не обещаем, что на каждую из этих кукол будет отдельное видео, подробный обзор. Возможно, каких-то из этих кукол мы будем распаковывать на стримах. А может быть, сделаем просто быструю распаковку. Ну а мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока!